можно прямо вот с этой фразой, хотя бы одну фразу, что-нибудь сказали вот на патриарха, и все, и он бы разнес бы там вас пух и перья. Ну да, но я-то говорю о советском времени, когда я говорю, что все до единого 100% архиереи были ставленники мирской власти, проходили через КГБ. Это не, никто и не отрицает это дело. А он ничего не знает. Я Евангелие там знаю наизусть, начал говорить, да что ты знаешь, когда не знаешь, как вести себя даже, с людьми разговаривать-то. Хамьё. Да, и он... Там какая-то натусика еще вылазит, он ее останавливает. Не лезь, не лезь, не лезь. Прям как демоны, точно. Они прям и общаются так же, и как демоны. Да говорил-то, посмотрел их, 14 человек, говорит, навязалось там. Было. Налеплено. Значит, они заранее подготовились. И они многократно звонили, и ночью в эту ночь звонили-то. И Гаврил звонит и говорит, они в сети, дай им сигнал-то. Ну, я дал сигнал. Они-то мне зачем нужны-то? Но я никак не ожидал, что такая бяка там полезет-то. А вы знаете, это самое, сейчас, секунду, я расскажу момент один такой. Они пытались устроить эту вот дискуссию, уже месяц назад пытались устроить. Вот, и я там как-то случайно говорил, тоже ко мне зашел, говорит, там, может, я, говорит, приносив не могу попасть, он может спит уже, вот. Может, ты там что-то скажешь. И я залез туда, к ним на этот, вот на эту дискуссию их. Они говорят, а что ты, нам Игнатий нужен, зачем ты? Я не знаю, меня вот позвали, я пришел, если не нужен, ухожу. И все. Они пытались уже вот это. Они прям сидели и ждали вас конкретно. Да. Ну, понятно дело. Да. Дело началось вот еще со Степаненко, когда я заступился-то. Ну, а другие это говорят, это, вот такой-то пришел Лапкин, так это, говорит, заступается, так, а вот, говорит, защитник явился униженным, оскорбленным. Я-то вместо того, чтобы кидать кирпичи в его сторону, я понимаю, как человеку трудно, тогда на Филиппе его напали, такое было, за рубежа здесь, он стихи пишет, ну, совсем мы не друзья. Но тут они начали на него клеветать, я всех поднял на защиту, на молитву. И все сгинуло, растворилось, как будто не было. Это хорошо, что они вылезли. У меня реальное представление. Я сегодня с отцом Сергием переписывался, с этим Дудиным-то. А он начал говорить, тоже, вы сказали, что священники там что-то. Я говорю, да нет, я же не об этом говорил. Я говорил о советском периоде, об епископах. И выпустил правило 7-й Вселенский собор, 3-е правило, считай. Если их мирская власть сюда поставляла, конечно, рукоположили епископ и все. Но поставление его делается недействительным. И вместе с ним отлучаются все, кто такого епископа будет причащаться там проще. Так наша вся страна оказалась под сомнением. Согласно этого правила одного. Видишь, они как епископы, я заступаюсь. А сегодня они позвонили, оно гудит, а я чекнул, а сам здесь, а Володя нет, они там горку для детей делают, а я один. И они кричали, меня нет, а теперь начали между собой переговариваться там. И они там такую несут. Но, видимо, на него вчера там откликнулись, дескать, это благодаря то, что вы так разговаривали, он, видите, сколько хорошего вроде мог сказать нам, а ты перебил, да я ничего. Давайте пароль, Игнатьевич. Давай. 4, 8, 9, 9. Верхнее ни одно не надо? Нет. 5, 7, 1 там. Так, сейчас я тут посмотрю. Уже... В начале марта мы будем уточнять наш маршрут. Ну да, там вот нужно с этой еще. Она сейчас в друзьях у вас там, как Мирослава, тоже с ней можно. Валентина? Она... Нет, Мирослава. Она везде все хорошие такие отзывы делает. Она очень расположилась к вам. И, в общем, мне сегодня пишут, что она... смотрит ваши ролики постоянно, вот, и
ну, прониклась, прям полностью прониклась. Да, да. Вот, и, видимо, тоже сегодня и в храм пришла и говорит, вот, и сестрам там давайте будем убираться и молиться будем. Они там на нее как бы замахали руками, что ты там? Ну, то есть говорит, что она вот одна в храме, а нет такого братства, да, ничего, да, такого. Да, да. Геннадий, сейчас откройте, я не найду, не найду, где у вас тут Mail.ru-то есть. Мой Mail.ru-то где? Да где? Вот он Mail.ru, так, обожди, что-то тут закрылось, это все. Сейчас, я выключил, ты, сейчас. Что-то тут это другое завел. Убрать это надо еще, завел-то. Сейчас, секунду, я... Ну-ну. Убрать, если на... пусть она на форум выйдет, а сейчас. Я рядом щакную. А вы хотите на Mail.ru поставить или в YouTube? В YouTube я уже все поставил, и у вас, и у себя поставил. Да. Мне нужно... Хорошо, я сейчас его вывожу, ладно? В Mail.ru вывожу. Сейчас я закрою окно вот это. А ладно. Вы мне откройте, да, Mail.ru страницу. Я вот вижу. Она, вот открываю его, вот Рождественск, а вот Mail.ru, вот она. Оно открыто, пожалуйста. Не видно? Вижу сейчас, все, я сейчас сам тут. Как раз вы тут с Валентиной Пивень разговариваете. Сообщение-то можно закрыть. Сообщение вот это вот? Ну, конечно. А как его закрою? Да не здесь. Я сейчас сам все закрою, не надо. Вот это вот? А, ну давай. Я тебя стрелку-то еще у него буду брать. Вот так. Ну... А я, вот это, сейчас я выведу сейчас на первую страницу. Давай-ка. Я сам, Игнатик, я сейчас сам. А, ну-ну-ну, давай. Вот под фотографией, если щакнуть, под фотографией. Скорость маленькая, мой, скорость и так маленькая. Пониже взять надо, а то она одну фотокарточку вытащит. О, вот главная страница. Так, сейчас я себя найду тут. Сообщение залез. Я в сообщении, я себя мне нужно открыть. Ну, понятно, вот ты нашел себя. Я все дивуюсь, все знаете. Ну, перейти в мир пользователя. Ну, я тебе расчетный счет кинул и адрес дал. Да, я видел. А я там показал, в одном ролике вы написали не Козлов, а Г. Газлов. Да. Но я же, да. Я же утром-то писал вам. Там, кажется, это свадьба там или что-то такое. Семья. И Газлов. А я даже не догадался, что такое, думаю. Кто пришел ко мне. Я исправлю. Ну да, а то так. Не догадаюсь. Ладно, оторви еще меня. Полностью оторви.